Лучшие спортсмены страны по таэквондо под руководством тренеров оттачивали технику единоборья, чтобы подготовиться к предстоящим соревнованиям. Наставник команды из Кишинева отметил, что два тренировочных дня были продуктивными для спортсменов. Мы решили провести спортивные сборы на выезде. В связи с тем, что сейчас положение не очень хорошее на Украине, мы не можем выезжать в какие-то страны, самолеты не летают. Мы должны, значит, у себя на местах развивать и начинать делать спортивные сборы, мероприятия, побольше сделать у себя внутри нашей страны. Ребята сборной Молдовы отметили важность проведения совместных тренировок, так как всегда можно научиться чему-то новому и узнать будущих соперников. Как у русов, у них другой уровень, у нас отличается очень сильно уровень. У нас техника более новая. Мы ездим на зарубежные соревнования и больше опыта, и мы им передаем опыт. На совместных сборах наши команды могут знакомиться с другими участниками соревнований, также берут опыт друг от друга. Есть ребята посильнее и постарше, есть помладше и послабее, и каждый учит друг друга по-своему драться. Прошлый год, несмотря на ограничения, был успешным для наших таэквондистов, которые завоевали медали не только на уровне страны, но и за рубежом. По словам наставника Вячеслава Драгой, совместные сборы – это очередная ступень подготовки ребят, чтобы в дальнейшем показывать высокие результаты. Нам нужно постоянно повышать наш уровень как технической, так и тактической и психологической подготовки. Все-таки сборы чем хорошо? Что они не напрягает детей в том плане, что у них нет вот этой стрессовой ситуации, стрессового состояния, что они переживают, проиграю, не проиграю, сильный соперник. Здесь они выходят, между собой спаррингуются. Подобные мероприятия очень важны для спортсмена, то есть без совместных тренировок очень сложно развиваться детям. Спортсмены из Гагаузии отметили, что спарринги с более опытными ребятами дают большой опыт и учат техническим приемам, которые потом будут применять на соревнованиях. Мне кажется, что это важно на все 100%, потому что любые, например, соревнования лучше провести пару, например, 5 сборов, чем 5 соревнований, потому что более больше опыта мы получаем. Они играют важную роль, так как нам передают важный опыт. В некоторых моментах мы передаем важный опыт, и это нам помогает быть одной целой командой. Через месяц 4-5 у нас чемпионат мира, подготовка к чемпионату мира. Сейчас мы готовимся. Сегодняшние все спортсмены сильные, все опытные. Надо поспарринговать со всеми, надо набрать опыта. Совместные сборы – это подготовка сборной страны к предстоящим соревнованиям Европы и мира, которые пройдут в начале июня в городе София, Болгария. Зинаида Канзер, Влад Тавачук, ГРТ новости.